Окей, ребят, тест-драйву быть, мы начинаем. Всем привет, дамы и господа, у микрофона я, Эдди, и сегодня будет в студии реально заряженный автомобиль. Это, мать ее, Toyota Supra, и давайте-ка мы заценим ее, потому что тут присутствует полный комплект тюнинга. Это просто, как же это классно, ребята. Давайте-ка мы сядем, просто посмотрим визуально на машину, хотя бы, как она выглядит, вот. Также есть поворотники, аварийка, там все дела, ребята, левый, правый, как мы все это любим, конечно же, огни заднего хода. Так, вырубим все это нафиг пока что. Багажник очень классно открывается, капот, видно двигатель. Так, салон сейчас заглянем. Работает также спидометр, да, все приборы работают. Куда же без этого, как-никак активная приборная панель. Работают также дворники, если вы не знаете, вот, смотрите. Ну же, вот, видали, такие быстрые, ну ладно. Так, фары посмотрим, вот, как они загораются. Есть дальний свет, опа, видали? Нормас. Окей, давайте перейдем к самому интересному, ребят. Это тюнинг. Он просто офигенный на этой Тойоте. Просто, не знаю, у меня даже нет слов, ребят. Так, есть 4 покрасочные работы. Первая такая, вторая такая, третья. Ой, вторая еще раз. Вот вторая, первая, третья. Вот третья мне больше всех нравится, честно. Ну и четвертая, вот карбоновая, как-то не очень смотрится, да? Можно поставить, не знаю, давайте. Может, либо первую. Ладно, такой черный, более брутальный цвет пусть будет. Окей, можно менять даже цвет салона, ребят. Прикиньте, это не у всех машин есть, то есть, любого цвета салон, ребята. Какой будет классный, белый, наверное, или черный? Давайте белый, окей. Можно поставить выхлопную трубу. Есть такая за 850, есть такая. Давайте, которая покруче, ту и поставим, хорошо. Есть также передний бампер, ребята, смотрите. И вот такой. Так, 1000. Ну, давай первый поставим, хорошо, первый. Есть также задний бампер, смотрите. Но он не сильно меняется, ребят, но... Окей, я поставлю так, все равно. Руфы это боковые юбки. Нет, это на крышу что-то ставить, да. Блин, а что лучше? Давайте вот это, потому что более вписывается в гамму цветовую. Хорошо, спойлеры, ребята. Ну, конечно, есть спойлеры. Вот первый, вот второй. Какой лучше? Давайте первый, более такого... Ну, тоже под цветовую гамму вписывается неплохо, как мне кажется. Хорошо, это юбочки. Вот такая юбочка и такая... Нет, ну... Ну, давайте первую, окей. Это посмотрели, есть гидравлика, нитро и колеса. Но колеса не измененные, потому что я ставил свои колеса. Я думаю, все знают этот пак колес. Я ставлю оригинальные, ребят. Или какие-то поставим, давайте. Switch. Вот эти пусть будут, окей. Окей, мы зарядили нашу Toyota Supra. И давайте-ка мы сейчас затестим ее. Погнали, ребят, ставим машину на финишную черту. Думаю, вот так оптимальный вариант самый, да? Не заезжаем, вот так, окей, пусть такие будут. Ну, колеса какие-то большеваты для нее, но все равно, поехали. Раз, два, три. Сделаем это, ребята. По-моему, максимальная скорость у данной машины 208 км в час. Это тоже неплохо. И знаете, она реально очень приятно управляется. И это реально очень сильно радует. То есть ее не заносит, она очень классно входит в повороты на скорости 180 км в час. Если вы помните прошлый выпуск, где был Aston Martin, там было тяжко, ребята. Я перезаписывал несколько раз. Потому что реально я не мог вот зайти на большой скорости в поворот. И мне это очень сильно вымораживало. Здесь она реально просто классно ложится, ребят. Не теряя такой большой скорости. Итак, засекаем, ребят. Давайте посмотрим. Бау, все. Нормально. Также присутствуют повреждения. Куда же без этого? Это самый главный аспект, наверное. Бау. Вот так. Вот так, по мне, мои ребята. Ух ты, как классно разламывается стекло. Посмотрите, пожалуйста. Это, ну, не знаю, как мне кажется, это просто лучшая Toyota Supra во всем интернете. Автор модели, автор конверта Matt Driver. Очень классный чувак. Вау, как она, как же бампер еще так шатается. Прикольно, ребят. Вот не все тачки могут этим похвастаться, реально. Жесть. Ну, посмотрите сами, ребят. Это реально годный автомобиль. Окей, мы посмотрели это, в принципе, все. Давайте посмотрим теперь отражение. Вот так оно выглядит с отражениями. Тоже прикольно, красивенько. Вот так, ребят, смотрите. Рон-дон-дон. Ну, в принципе, вот и все, наверное. Всем большое спасибо за внимание. Это была Toyota Supra. Поддержите проект лайком. Всем удачи, всем пока и спасибо за просмотр, ребята. Адьос, удачи и до новых встреч.